Привет! Это канал Canada Cars, автомобили из Канады и всей страны мира. Меня зовут Алекс. И в этом видео мы хотим показать, как мы для нашего украинского клиента купили у официального дилера H Gregoire Nissan вот этот вот Nissan Rogue 2017 года в самой дорогой комплектации Platinum. Ледовские фары, самое-самое топовое, что только бывает. Да? Человек хотел именно этот цвет, человек хотел именно эти опции. Сейчас я вам ее покажу, как она что из себя представляет, а про цену вам скажу немножечко позже. Мы ее запаковываем в контейнер и отправляем в Украину. Так, ребят, теперь мы, получается, у официального дилера Nissan, вот этот вот дилер, он находится совсем неподалеку от нашего автосалона в Сан-Юсташ, вот он, видите, дилер H Gregoire Nissan. Вот, и вот у него мы приобретаем вот эту машину, то есть мы сейчас классная и самая дорогая комплектация Platinum, то есть она 17 года, и они как раз на нее сейчас сделали скидку, то есть у них была цена $24 000, причем это, ну, чуть-чуть меньше, чем 24, вот она была цена на нее. И что вам сказать, ну, машина, честно говоря, просто атас. Пробег у нее 46 тысяч километров. Вот именно это самое-самое топовое, что только может быть. С крутой музыкой, как вы видите. Мы уже ее закрыли, конечно. Но я вам ее покажу и тест-драйв сделаем для вас, перед тем, когда будем ее забирать. То есть ребята сами ее нашли на сайте Автотрейдер. Собственно говоря, ну, классный аппарат, ледовские фары, как вы видите, камеры, зеркала. То есть, ну, реально бомбическая комплектация, панорамная крыша, все-все-все дела. И официальный дилер Nissan. То есть вот такую вот конфетку мы приобретаем нашему клиенту. Машина идет в Украину. Машина уже после рестайлинга 2017 года. Ну что, тест-драйв мы вам покажем. И когда уже, естественно, оплатим ее полностью, заберем, мы сделаем вам полный обзор по этой машине. Покажем, как она едет и в салоне, и так далее, и так далее. Мы оплату получили от клиента из Украины, получается $12 подготовлено. Заходим мы к дилеру, вот он дилер H Gregoire в Сан-Усташе, и организовываем транспортировку вот этого Nissan Rogue к нам на склад, и потом погрузка в контейнер отправка в Украину. Идемте. В общем, ребят, вот такая вот красотка у нас. Это Nissan Rogue 2017 года. Вот я вам ее покажу немножко снаружи. Купили мы ее у дилера вот этого H Gregoire Nissan, у официального дилера Nissan. Комплектация SL, полный привод. Ну, машина с очень-очень-очень маленьким пробегом. Сейчас вам ее покажу тоже это все. Но имеет кучу опций. Вот видите, ледовские фары. То есть ее отличительная особенность, да? Светодиодные фары. Панорамная крыша. Камеры. Светодиодная сегодня 360. Давайте вам бесключевой доступ. Вставка вот карбоновая, что-то такое, да? Память сидений. Ну, понятно, что весь электропакет.
регулировка сидений электрическая, кожаное сиденье. Руль, видите, уже как спортивный здесь у нее идет. Панорамная крыша, вам сейчас открою, покажу тоже. Подогрев сидений всех. Так, давайте откроем, вот сколько опций у нее, видите. Подогрев руля, хорошая тема сейчас. Так. Вот она какая. В багажнике, кнопочка багажника, полочка, даже шторка есть у багажника. Куча всяких отделений различных. Видите? Короче, ну классная навороченная машина. Это уже рестайлинговая версия, видите, фонари у нее нового типа, фары тоже. Салон вообще тоже бомбический, ну хорошее состояние машины, как бы, но может быть требуется химчистка небольшая, потому что обычно официальный дилер этого не делает. Вот это сиденье тоже, видите, электрическая регулировочка. Ну, то есть вообще как бы бомба, все коврики есть. Все-все-все, то есть машина в самом топе. Это комплектация Platinum. Давайте я сдвину. Тоже камеры в зеркалах. Реснички классные такие. Ну давайте сейчас сяду в салон, покажу вам ее в салоне. Машина чисто 17 года. Так. Давайте немножечко подвину и попробую вам в салоне ее показать тоже. Так, что у нас тут? Пробег. Ну, всех интересует пробег. Пробег у этой машины 46 тысяч километров. Она заведенная стоит. Давайте проверим ее цацки-пецки все. Вот руль очень горячий, теплый, классно, супер. Так, давайте посмотрим, как она. Видите? У нее 360 градусов обзор спереди, по бокам, ну и сзади, естественно. Вот все четко очень показывает, линия, вот траектория, видите, как руль, вращаю руль, и сразу показывает траекторию как движение машины. Так, ну подогрев сидений, вот он, то есть она двухуровневый подогрев сидений, как вы видите. Климат-контроль тоже двухсторонний. Вот, авто ставите. Вот, можно поставить синхронный. Вот. Видите? Можно по раздельности. Так, ну что тут еще? Давайте откроем панорамную крышу, покажу вам. Смотрите, какая классная тема, да? То есть вот такая интересная штучка. То есть, ну, все, в принципе, как бы опции основные я показал, наверное, по ней, да. Ну, то есть, да, она навороченная, она сам, конечно, если сравнивать с какой-то там другой машиной высокого класса, понятно, что у нее может быть не так много наворотов, но машинка очень надежная, очень классная и кожаный руль, кстати, ой, какой он теплый, классный, супер. То, что надо. Вот навигация он показывает тоже, видите. Вот наш автосалон здесь как раз. Бульвар Индустриэль. Вот, ну что. То есть, в общем, везем эту красавицу мы на склад. И грузим ее в контейнер, отправляем уже в Украину. Музыка у нее, видите, какая крутая. Босс. Ну, все, что можно было воткнуть в эту машину, в нее, в принципе, воткнули. Ну, японцы это сделали по максимуму. Зеркало тоже, видите, то есть можно включить, можно отключить. То есть он, можно отключить вот этот, вот видите, компас. Потом гаражные ворота открываете, вот три гаражных ворота, вот трое можно запрограммировать. Ну, видите, там куча всяких датчиков, датчик света, датчик дождя, все это у нее есть. Хоккейчик, ладненько, везем ее на склад. Забыл сказать одну вещь про опцию. Значит, у этой машины еще, ну, то, что два ключа, это понятно, да? Но у нее дистанционный запуск мотора от Nissan, то есть это заводская установка. Тоже очень хорошая тема, вы можете из дома завести, и супер, то есть вот она.
кнопочка эта. Вот тут куча кнопок, видите. Ну что, давайте проедемся сейчас, посмотрим, как эта лапочка едет. Кстати, эта лапочка очень экономичная, она очень популярная, не знаю, часто у нас вот такие вот машины заказывают, обращаются. Светодиодные фары у нее, кстати, очень хорошо освещают дорогу в ночное время суток. Ну, панорамная крыша, конечно, придает торжественность этой машине, да, у нее бесключевой доступ, видите, с кнопки заводится, музыка хорошая. Ну, то есть, в принципе, и для этой машины она достаточно имеет хорошую шумоизоляцию. Ну, то есть, по крайней мере, тоже большой плюс. Навигация есть, куча-куча всяких регулировок, CD, камера, все такое. Мы с вами проедемся по этой дороге. Здесь есть кусочки плохой дороги, кусочки хорошей. Но заодно вот увидите. Она мягкая, видите, очень мягкая. По неровностям просто, ну, как по маслу идет. Сказка такая, да, то есть супер. Ну, понятно, что с маленьким пробегом, что тут придираться, 46 тысяч километров она фактически не ездила, наверное. Только обкатку прошла, можно так сказать. Естественно, клиенту придется при получении в Украине поменять масла, фильтра, все такое, это по-любому. Вот. Я объеду вот этот грузовик этот. Ну, едет она очень здорово. Ну, то есть, как бы все без никаких претензий. То есть она реально обалденная машина, и недаром человек на нее посмотрел. Но я хочу сказать еще, знаете, что цвет необычный. Мы вот пока купили вот клиенту вот эту машину, мы ходили, получается, по нескольким дилерам для того, чтобы именно вот такую машину такого цвета купить, да. То есть одна из них была вот точно такая же, только с кирпичным салоном, кожей кирпичной. Мы пришли, она, ее нету, она продана уже там. В общем, они уходят реально как горячие пирожки очень быстро. Будете смеяться. Вот честно скажу, будете смеяться. Они уходят в Америку. Они уходят в Соединенные Штаты Америки, потому что там они дороже, намного дороже, чем здесь. И причем купить их здесь очень сложно, вот из-за такой вот, скажем так, конкуренции со стороны США. Все равно в США у людей больше денег, чем у канадцев, более богатые люди. И цифра одинакова, предположим, 22 или 21 тысячу здесь стоит машина, а с таким пробегом в милях, это же получается 46 тысяч километров, в милях это где-то сколько там, ну, 28 тысяч миль, а с таким пробегом она будет стоить все 24 тысячи долларов США, понимаете? И вот они, штаты их выгребают, и получается очень сложно конкурировать с ними, естественно, приехать. Мы пока приезжаем, доезжаем увидеть машину, а ее уже нет, она продана. То есть опять доезжаем, надо, ну, то есть это надо очень быстро, как говорится, принимать во внимание, ты сразу покупать. Если что-то хорошее нашли, приехали, забрали сразу. Мы, кстати, брали когда-то вот у дилера Ryan называется дилер, Auto Ryan. Так вот, мы брали тоже Nissan Rogue белого цвета, зимой это было. Так вот, этот парень, он сидит только в США, отправляет эти машины, вот именно эти Nissan Rogue. Говорит, сейчас очень тяжело купить такие машины, говорит, потому что, говорит, ко мне с Мичигана приезжают, там, по 10 машин в месяц покупают, там, знаете, то есть, ну, большой объем продаж именно вот этих Nissan. Он только на Nissan сидит, работает. Вот такие вот интересные штучки бывают. Ну, машина реально классная, она очень надежная, это все-таки япошечка. И на нее можно поставить газобаллонное оборудование, 2.5 обычный атмосферный двигатель без всяких там турбин и так далее. Окей, везем эту красавицу на склад и дальше уже отправляем ее в Украину. Так, и хотим сказать пару слов об изменениях в растаможке в Украине. Последний месяц-полтора все ожидали, что вместе с так называемыми евробляхами изменится и растаможка всех остальных автомобилей, импортируемых в Украину. Но это не случилось. То есть евробляхи евробляхами, там по ним приняли закон,
Но всех остальных машин, импортируемых в Украину, это все не касается. То есть, в общем-то, все как было, так и осталось. Единственный нюанс, который поменялся, это не на законодательном уровне, а на уровне писем служебных указаний внутри таможенной службы Украины. Поменяли процедуру определения таможенной стоимости в плане, какую доставку ставить из Северной Америки на автомобили, привезенные в Украину. То есть, если раньше, условно говоря, ставили доставку, ну, это таможня, эту доставку добавляют к таможенной стоимости автомобиля, было $400, то теперь сделали от 1000 до $1300 США, что дает увеличение по таможенным платежам где-то порядка $200-300 США. Ну, то есть, в принципе, не глобально что-то поменялось. Поэтому, в принципе, все. Все работают, как и дальше. Практически ничего не изменилось. Так что можете покупать дальше хорошие автомобили, такие как вот этот Nissan Rogue. Все. Едет в Украину, и машина дорогая, она дорогая в закупке, то есть где-то под ключ она в районе 25,5-26 тысяч долларов должна получиться. Но это самая топовая комплектация с небольшим пробегом. Все, пока-пока.